Утро Анатолия Гольмана началось не с кофе. На участке 29-14 мужчина работает общественным наблюдателем. Предварительно он прошел специальную подготовку. Его задача – обеспечить легитимность и прозрачность выборов. Мы смотрим, чтобы граждане заходили в кабинку и голосовали, чтобы не было сбросов, чтобы не было каких-то нестандартных ситуаций, чтобы избирательный участок работал в хорошем, нормальном режиме, без сбоев и потрясений. По словам специалиста, наблюдатель не только следит за порядком, но и выступает в качестве психолога. Ведь некоторые люди испытывают страх перед процедурой голосования. Очень дружелюбный персонал, все везде подскажет, покажет, где что. Всегда стараемся приходить в числе первых, голосуем всей семьей. Для нас очень важно будущее нашей страны, чтобы она процветала, развивалась. Обучение кандидатов в наблюдатели курировала региональный общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами президента России. За соблюдением избирательных прав граждан ходом голосования и подсчета голосов в Самарской области следят 6 тысяч человек. Они присутствуют на всех избирательных участках. Виктория Шара, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.